Доброго времени суток! Вы на канале «Привет из Германии». Меня зовут Татьяна Майер, и мы с вами сегодня в одном из магазинов Германии, который называется Action. И по традиции, незадолго до праздника Пасхи, мы с вами будем снова смотреть пасхальный декор, который появился в Германии уже в январе месяце. Это один из моих любимых магазинов, в котором всегда очень красивые декорации, а цены не очень высокие. Очень много красивого декора из дерева и натуральных материалов. Например, вот такие красивые декорации из дерева. Эти зайки и курочки также из дерева. Цены я показываю, обращайте внимание, эти декорации 20 сантиметров, есть гирлянды, также из дерева и натуральных материалов, цена 99 центов, есть вот такие прекрасные цветы, эти цветочные композиции из дерева и фетра. Есть украшения из стекла. Вот такой красивый шар из стекла с гербарием внутри и со светодиодной подсветкой. Сантиметров высота каждой декорации, вот так она подсвечивается изнутри. Смотрится достаточно нарядно. Есть вот такие декорации из дерева и стекла. Выглядит очень по-весеннему. Диаметр 14 на 13,5 сантиметров. Есть декоративная лента разной ширины и особенной весенней расцветки. И вот такие красивые зайки в яйце, 10 сантиметров высота фигурки. Вот такой зайка, который закрывает лапками глазки, яйцо розовое, яйцо цвета мяты и яйцо желтенькое. И вот такие яйца побольше, также с красивыми фигурками зайчат. Очень нарядно смотрятся вот такие фигурки, зайки с тюльпанами. А также есть зайки с гиацинтами. И посмотрите, как же красиво это смотрится. Очень нарядно по-праздничному. Цена 3,79. И вот такие замечательные цыплята, зайки и птички. Это керамика. 99 центов. И вот такие красивые глазурованные яйца и зайки из керамики. Фигурки не очень маленькие, хорошая высота и смотрится также нарядно. Цвета очень приятные глазу. Корзиночки плетеные из лозы натурального ротанга. Обычай пасхальных подарков
издавна прижился в нашей культуре и стал ее неотъемлемой частью. Такие прекрасные украшения можно также дарить в качестве подарков и, конечно же, самим украшать свое жилище к Пасхе. Наслаждайтесь просмотром. Я также получаю огромное, невероятное удовольствие от просмотра такого декора вместе с вами. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, в комментариях писать, что вам понравилось. Я обязательно прочитаю и отвечу. Есть вот такие композиции с подсветкой. В яйце сидят зайки и цыплята. Все фигурки с подсветкой. Цена 6 евро. Также вот такие декорации из дерева, как мы уже смотрели чуть-чуть раньше. Можно посмотреть поближе. Яйцо большого размера. И вот такие корзиночки из дерева. Очень приятные цвета, именно весенние. Они не тяжелые, для яиц, для сладостей. И вот такие маленькие фигурки. 83 цента за две фигурки в коробочке. Например, вот такие цыплята в шляпках. Есть другие фигурки. И вот такие фигурки чуть-чуть побольше. 99 центов за фигурку. На зеленой травке, и есть зеленая трава, отдельно продается большой квадрат. Сантиметров, достаточно большая. И вот такие тарелки из пластика в виде яйца с разными мотивами, 2 евро, 29 на 35 сантиметров. Есть скатерти, есть дорожки на стол. А здесь творческий уголок магазина, в котором продаются всякие декорации к Пасхе, которые можно делать со своими детьми. Например, такие как эти можно раскрашивать. Краски уже находятся в наборе. Также есть кисточки. Вот такие гирлянды из дерева. Зайки. Метр длина. Зайки из дерева. Ушки, наверное, из бумаги. И это можно все с детьми самим делать. Есть вот такие наборы из дерева. Можно раскрашивать. В набор входят также какие-то фломастеры. Очень красивые, интересные фигурки. И ребенок будет творчески развиваться. Есть вот такие пластиковые фигурки, которые также можно раскрашивать с помощью кисточки и трех красок, которые находятся в наборе. Фигурки все разные. Есть белые яйца, похожие на натуральные, такого же размера, которые также можно раскрашивать со своими детьми. Цена евро 49 за набор. И машинка, которая держит яйцо. Также в набор входит кисточка и 6 красок. Вот так, как нарисовано на картинке. Яйцо фиксируется, и его можно вращать и раскрашивать.
а также есть электрическая машинка, с помощью которой также можно раскрашивать яйца вместе с детьми. А здесь есть наборы 3D с наслаиванием из бумаги, 3D фигурки, тоже разные варианты. Здесь пом-пом. Фигурки делаются из помпонов, 5 штук в наборе, цена €89. Вот такие фигурки замечательные получаются. Очень интересный набор, я таких не видела, это новинка в этом году и цена очень хорошая. Это голландский магазин, и товары здесь в основном все из Голландии. Есть вот такие декорации. Это алмазная мозаика. С помощью камушков можно выкладывать фигурку и потом вешать на стену. Есть шаблоны, трафареты. 4 штуки в наборе. Также в набор входят маркеры, которыми можно раскрашивать через эти трафареты. Это также творческая новинка, и в том году этих наборов не было. А это деревянные подвески, очень весенние, очень нарядные. 8 штук фигурок в деревянном коробке, разные мотивы, это бабочки, курочки и птички. А это стеклянные яйца, внутри находятся сухие цветы, разные варианты, 87 центов за одно такое яйцо. Чем-то напоминает новогоднюю игрушку. Гербарий внутри настоящий, натуральный. Есть вот такие наборы из яиц. Это пластиковые яйца с перышками в количестве 12 штук. Все европейские жители украшают по традиции к Пасхе деревья и кусты возле дома вот такими декоративными яйцами из пластика. Конечно, можно украшать и дома веточки, которые поставили в вазу. Я в этом году также уже украсила свое красивое дерево магнолию возле дома и кустики. Есть вот такие пластиковые яйца в мешочке из органзы. Количество яиц 6 штук в каждом наборе, цвета разные. Цвета очень весенние, яркие. Все для того, чтобы в доме и возле дома чувствовался праздник. Разные мотивы, разный орнамент есть с сердечками, есть со звездочками, есть точечками. Выбор большой, и цены здесь замечательные. Здесь есть вот такие стикеры в наборах в количестве 200 штук. Пластиковое яйцо, в котором насыпаны стикеры. Разные мотивы. И есть штампики детские, €49 за набор. Наборы разные мотивы. А здесь есть декоративные подвески из бумаги в виде яйца и животного. Есть зайки, есть цыплята. Конечно же, есть стикеры. И здесь не только пасхальные, но и из каких-то анимационных фильмов. Есть вот такие наклейки на окна. Это гелевые наклейки. Я уже покупала такие и показывала вам в отправке посылки из Германии в Украину. Кто не видел, посмотрите. Есть вот такие большие пластиковые яйца, содержимое которых пазлы в количестве 50 штук. Цена €99. Из разных анимационных фильмов. Ну и, конечно же, пасхальные гирлянды. Светодиодные, красивые, в виде яиц, заек и так далее.
Длина гирлянды 2 метра и 20 светодиодов. А также есть гирлянды в виде цветочков. В общем, весна в самом соку, в самом разгаре, и скоро Пасха, наш любимый большой праздник. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, если видео вам понравилось, пишите комментарии обязательно к видео. Я желаю вам всем хорошего дня, хорошего весеннего настроения. До новых встреч! С вами была Татьяна Майер на канале «Привет из Германии».